Всем привет! С вами Дарина. И вы на канале Инстинкт. Поехали! Итак, вы решили позагорать в солярии и идете в первый раз. И при этом, давно не были на пляже и не загорали. И, как часто бывает, в студиях загара, администраторы не имеют достаточно знаний для подбора индивидуального плана посещений солярия. В такой ситуации самое главное новичкам, учитывая свой тип кожи, правильно выбрать время первого загара. Но учтите, что важным фактором для безопасного и идеального загара является само оборудование, а точнее, лампы и срок их выработки. Как проверить солярий и лампы в студии загара, чтобы не навредить себе, мы расскажем в следующем выпуске. Теперь давайте по порядку пройдемся по типам кожи и поможем вам подобрать длительность первого сеанса. Для начала рассмотрим типы кожи, а вы выберете свой. Существует 4 основных типа кожи, и именно от этого зависит время первого сеанса в солярии. Тип 1. Смуглая кожа, волосы темные, глаза темные, веснушки отсутствуют. Такие люди хорошо загорают и редко получают ожоги. Тип 2. Кожа светлая или слегка темная, волосы темно-русые, каштановые, а глаза серые или карие, веснушки отсутствуют. На такую кожу загар ложится быстро и равномерно, но при длительном пребывании на солнце возможны слабые ожоги. Тип 3. Кожа светлая, веснушек мало или нет совсем. Глаза серые, голубые или зеленые, волосы светло-русые, каштановые. Такие люди чувствительны к ультрафиолетовым лучам и легко обгорают. 4. Тип. Кожа очень светлая, волосы рыжеватые, глаза зеленые. Веснушек очень много. Такой тип кожи очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Солнечный ожог случается моментально, а загар практически не проявляется. Теперь после первого посещения и ваших личных ощущений, вы сможете правильно подобрать длительность будущих сеансов и их количество. Также рекомендуем посмотреть нашу предыдущую серию о соляриях. Ссылка в описании под видео и в конечных заставках. Но учтите, что важным фактором для безопасного и идеального загара является само оборудование, а точнее лампы и срок их выработки. Как проверить солярий и лампы в студии загара, чтобы не навредить себе, мы расскажем в следующем выпуске. Если вам нравится предоставленная информация и хотите узнать другие секреты загара в солярии, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А теперь посмотрим, какова же должна быть длительность первого сеанса. Люди первого типа могут спокойно начинать загорать в солярии со 6 минут. Людям второго типа можно начинать загорать в солярии с 5 минут. Людям третьего типа, первый раз, достаточно провести 4 минуты в солярии. Людям четвертого типа надо, обязательно, начинать загорать в солярии не более чем с 3 минут. И, еще раз, хочу подчеркнуть, что данные рекомендации подходят для загара только в тех студиях, где постоянно проводится профилактика оборудования и установлены новые, качественные лампы. В следующих выпусках мы раскроем другие секреты, которые помогут вам быстро получить желаемый загар, без вреда для здоровья. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Инстинкт.